Мужчина в Барановичах едва успел выйти из ИВС, как забрал деньги у своего отца. Всего 6 тысяч долларов командировочных. По данным милиции, когда фигурант покинул места не столь отдаленные, отправился в гости к своим родителям. После чаепития глава семейства отправился отдыхать, а его 39-летний сын тем временем забрал из куртки отца крупную сумму. Деньги фигурант потратил на съем 2 квартир, посещение баров и покупку золотой печатки и дорогих часов. С заявлением о пропаже денег владелец обратился через несколько дней. Подозреваемого задержали оперативные сотрудники у подъезда многоквартирного дома. К тому времени у мужчины остались 800 долларов и 100 рублей, а также печатка и часы. Сейчас фигурант находится в ИВС. Известно, что задержанный и раньше выносил вещи и деньги из дома родителей. За плечами у него есть судимости.